Если какие-то вопросы и проблемы связаны со здоровьем, с работой, еще с чем-то, у нас присутствует медик, Костя, Костя Громов, медик. Подними руку. Компьютер, салата, мы это медик. Все вопросы к нему. Итак, ответы готовы? Ответы готовы. Судьи готовы? Если Анатолий поднимает руку, то это значит, что судьи готовы. Зрители, вы готовы? Окей. Есть ли люди, которые болеют за Люди Икс? Есть ли люди, которые болеют за Лигу Справедливости? Кто лишь? Вы готовы? Заводите. Это, на самом деле, очень серьезно отбрасывает команду.
Итак, сейчас на площадке первое место, призерный скейл по всем мире на Овера 2017 года. Дивизионный скейл, сколько участвовало? Видео не было, но около, я думаю, 50-60 тысяч участников было. Мы видим, что на второй турнире вышла Алена Кулайка на свой вес. Я думаю, что нужно прыгать бёрпи и сделать... Начать, нет, стоп. Начали выполняем, потом делаем. Мы видим, что Дарья вынуждена зайти на вторую. На вторую попытку. Красавчик! Сделал свои основные приемы!
много затопили на переходе. Павел Бонько хотел набиться, поднять этот вес. Есть Калдан, молодец. Есть Калдан. Еще два повторения. Три. Даша штампует взятие, 55 килограмм от боя, не чувствует этот вес. Арсений Жуйков, 90 килограмм от штампы, 6 повторений. Это слишком легко у него. Маша, 75 килограмм, 2 повторения, 2 вес. Есть! Маша сделала. Девочки закончили.
детской площадке. Капитаны команд, подойдите ко мне. Капитаны команд, подойдите ко мне. Капитаны команд.